Вчера мы закончили полностью убирать молодые побеги на летних сортах. Картина сейчас выглядит вот так. Значит, еще нюанс такой, что в этом году междурядье мы не мотоблочим. Эта картина понятна. Запасом оставили много-много лозы, потому что был процент, который еще в период, когда я заплетал, отбраковывали. Так, сейчас картина очень даже хорошая. Немного как бы ряды вот так, да, почти сомкнулись, но ай-яй-яй. Ладненько, хотя в этом году, сейчас покажу, вот мы сделали не видно, да, а шпалера как бы буквой V, Victory, на 2. Нормально, мне нравится. Значит, по междурядке оставляем все как целина. Единственное, что уже приобрели в прошлом году мы мотокосу, поэтому все красивенько здесь мы подкашиваем. Так, ходит, ходит, проверяет. Речь, пошли. Так, и на днях у нас ломанула, все-таки ломанула шпалеру. Повыстреливала она вот так. Очень сильный ветер был. Очень сильный. И этот полипропилен не выдержал. Ну как не выдержал? Ну реально не выдержал. Вот здесь. Так, покажу с этого. Ее полностью наклонило. Сейчас будем ремонтировать. Так, с этого ракурса. Да, метров, наверное, 7. 8. Вот такая картина. Ее подвалило. Здесь все четенько держится. По ремам, наверное, позже видео сделаю. Но тут другая история, другие операции. Так, что еще по малине? Скоро готовится к цветению. Даем капли питания. И поливаем. Нет дождей. Нет дождей, поэтому по максимуму стараемся хоть через каплю прокапать ее, чтобы был оптимальный водный баланс в почве. Сейчас 25 мая, а последнюю операцию мы убрали, наверное, 23 мая. Как бы несколько совместили, несколько волн этих побегов замещения. Я надеюсь, что еще раз не предстоит сюда возвращаться. Достаточно будет одного раза. Хотя посмотрим, как все будет у нас получаться. Здесь у нас ежевика тоже готовится к цветению. Ну и малина. По шпалере мысли такие, что шпалера очень классно. Вопрос, чтобы она выдержала. Поэтому, скорее всего, еще будем делать такие некоторые подпорки. Примерно вот в этом месте. Чтобы вот так ее удерживать. Нагрузка будет хорошая в этом году. Ягода. Вот. А по метражу, да,
Вот здесь банально все просто. Одна сосновая рейка, а здесь вторая. И большой такой пролет метров 7. Ну да, 6-7. Еще одна. И так далее. Поэтому, ну, дальше будем смотреть. Пока, работаем дальше.